2021 год, юбилейный для культурной жизни нашей страны, 200-летие со дня рождения празднует Федор Михайлович Достоевский. Поговорим о его идеях, реализованных в его произведениях, о том, каков он был христианин, о том, каков он был человек, в нашей передаче «Просто о вере» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник, половину восьмого вечера.